Уважаемый Валерий Константинович, важный момент, ребята. Прошу выслать мне каталог Устьики и Серкова на весну 22 года. Вот. Посылаю, да. Если у меня проблемы, культурные косточки закончились. Вот. Абрикосовые. Остальное еще все есть. У меня уже плодоносят ваши абрикосы, выращенные из косточек 17 года посадки. Так. 17, 18, 19, 20, 21. На пятый год видео, а может уже на четвертый. Так, кто автор письма? Гражданин Норин. Где фотографии? Вы же меня подставляете, я же это самое. Мне завтра скажут, что все это сказки, это все не твое. Вот. Пожалуйста, я вас прошу. И вас, и всех. Сейчас должно быть взрывное количество плодоносящих абрикосов. Абрикос, слив, персиков, яблонь, груш. Взрывное количество. Потому что не так давно мы с вами так плотно общаемся. Итак, самое интересное в этом письме. Проживаю в городе Кинешма. Интересно, сколько там, наверное, такой же, как Сыногорск. Я не догадался посмотреть. Есть там 50 или 100 тысяч жителей? Наверное, есть. Я, раз тем более Кинешма, мне знакомое название. Хочу сделать шаг садоводства, хотя и так удивил много знакомых родственников. Вот нос чешется, столик поверху, извините, столик выпивки. Так, абрикосов больше в моем городе нет ни у кого. Садовод-любитель Норин. Мне кажется, что, может быть, где-то в дальнем районе хотя бы несколько абрикосов найдется. Все он знать не может. А что касается города, вот мой город, там когда-то было 70 тысяч с пригородами жителей, да? В самом городе 50 тысяч, ну, 5-9-этажки, зеленый, очень зеленый город. В этом городе я обнаружил уже около 40 плодоносящих абрикосов. Кто садил, неизвестно. В Черемушках абрикосы посадил, царство небесное. Боднарь Борисович, и они там у него плодоносят, прям под окнами его дома, пятиэтажки. Вот, есть такое дело. Меня убило, что нет ни у кого. Пусть он, Норин Сергей, ошибся. Пусть их там аж 5 штук. Но вы мне скажите тогда, где находится Кинешма? Правильно, в Ивановской области. А где находится Ивановская область? Вы что думаете, как ее еще называют? Правильно, Подмосковье. А в Москве есть академия. Вот. И я теперь спросил, я пропустил одно слово, догадайтесь какое. А на кой нужны академии? Если в целом городе, наверное, там 30 тысяч жителей, наверное, 50. Ну, раз город. Может, 100 тысяч. А на кой нужны академии, если ни у кого нет вообще абрикосов? А вы скажите, вот это для кого вы вырастили? У вас есть одно недостаток. Во-первых, непонятно, что вы продаете. А если вы перекупщики? А я имею право спросить, потому что это не ваша фотография. Я имею право не утверждать, а заподозрить вас. Вот за этих, вот этот питомник, вот этот питомник. Это все написано. Саженцы Тимирязевской академии. Вот. И это то же самое. Питомник Тимирязевский. Вот я хочу, чтобы вы мне ответили на вопрос. Где вы берете саженцы? Где, в каком месте их растят? Вот. И где вы брали это самое? И еще есть такое понятие доращивать. Можно их выписать. Можно дорастить, поразместить по этим. А нет, чем крупнее, это беда в этом. Чем крупнее, тем их легче продать и дороже. А приживаемость, скажем, сантиметров хуже, хуже, хуже. И вот получается, что, друзья мои, абрикосов нет ни у кого. А на черта тогда в Москве вот эти академии? Я что, одна, что ли? Вы что думаете, мне обидно не говорить? Я хотел рассказать с трибуны всю правду. А у него под столом кнопка. Я только пасть разинул на это, на науку. У меня раз, и тишина. После 4-го отключения меня это сказали, ваше время истекло. И вот к чему я говорю. Вот это вот, и вот это вот, вот это и вот это. На кой черт
Вот она, да, у нее постепенно, у нее сейчас опять 25 гектаров нива, на ковид ни одного саженца ученый не сможет посадить студент. А моя наука будущего, мое предложение, я гражданин России, говорю, студент, поступая в академию в ту же Тимирязевку, он должен получить, ну, хотя бы в Тимирязевке, ну, 3 сотки, 3, ладно, в Сибири можно 10, 20, ну, 3 сотки. Но он должен там вырастить не вот эту, вот, а настоящую вырастить. Закончил институт, у него этот, как академию, и тогда, и это будет длинный отдельный разговор. Я говорю, попросите меня, уважаемый министр сельского хозяйства, вот, президент Академии наук, я вам программу составлю. Там будет вот это все. Там студент, поступая в вуз, он поступает на работу. Это будет не стипендия, пусть она будет не такая уж огромная, но чтобы на нее прожить можно было. И это будет уже зарплата. Он будет растить. Не просто вот сдал к этому, через 5 лет там был мороз там под 40, все саженцы померли. Вот. Померли, допустим, на 4 года росли, на 5-й год урожая нет, ничего нет, ветки сухие, пошел ты это самое, уволили. Вот. Тебя, студента, принимают на работу. Так же, как я считаю, что вузы, медвузы должны брать только тех, кто или учится, нет, не так, кто работает, работал и имеет какой-то стаж, медсестры, которая понюхала запах этих самых подгузников, еще чего-то там покруче, вот, или сразу поступает на работу, месяц там, месяц в этом, в соседнем госпитале, месяц за партой, месяц в госпитале, месяц за, или неделя там, как угодно, прекратить эту дурь, когда выходит из института, этот не умеет это самое. Никто его не подпустит со скальпелем к больному, даже аппендицит вырезать. А этого нельзя дать денег, чтобы вырастить промышленный сад. Вот. А этому все, он ничего не понимает. Как он вырастет новые эти сорта? Они же сейчас не знают, что существует агрессивная гибридизация. А те-то будущее будут знать. Понимаете? Нету ее вегетативной гибридизации. Нету. Им нечему учиться. Там-то уже все, это когда два сорта скрещивают. Да еще с помощью семян. Это же сами придумали. А новый сорт один из 2,5 тысяч. Да и жизнь проходит, а толку-то с того? 50 тысяч яблонь, на хоть черт 50 тысяч первый сорт. Они прекрасны, они великолепны. Абрикосы прекрасны, великолепны. С помощью прививок их можно сохранить их качество, их можно улучшить качество, их можно удвоить качество. Сделать в 2 раза больше сахара. Вот. А если где-то получилось поменьше сахара, зато лёжка больше. А если чуть, ладно, еще поменьше сахара, значит, его можно приполярный круг, вон это самое, Кандауров. Я как посмотрел, Ханты-Мансийск, приполярный округ, поймать, думаю, это самое, на мне валяться надо, пусть Кандауров лекции читает. Вы понимаете? А эти тимирязевки сидят себе и в ус не дуют. Извините, я разговорился, потому что это, мне каждый раз, вот это я прочитал, мне чуть не чокнулся. Абрикосов ни у кого нет. Там когда-то с его, это, до центра Москвы, где, то есть района Москвы, где находится Тимирязевка, и Скинешмы, на телегах ездили. А кого спросить-то? Где ваши эти сады секретные? Где ваши эти особые, эти, как они называются, это? Вот, с иммунитетом? К парше, к морозу. Где? Видели? Я не болтун. Догадайтесь, чье это?